ночная птица. Он уже пробрался в дом, где никому не спится. Привет, мой юный друг. Знаешь, какой сейчас праздник? Все верно, Хэллоуин. И меня зовут Пеннивайз. И это неделя челленджей на Baby Go! Привет, наши друзья! Мы продолжаем неделю Хэллоуина, и сегодня мы из блинов будем делать образ Пеннивайза. Я буду делать блин в виде Пеннивайза-клоуна, а мама – паука мерзкого. Ну а оценочная приглашенный судья у нас кто? День, ты будешь блинчики оценивать? У кого страшнее блин получился, да? И правдоподобнее, похоже на Пеннивайза. Ну что, погнали? Погнали! Так, круг, день, это, наверное, голова. Давай у нас, значит, это здесь глаза. Сейчас ротик нарисуем. Подожди, у меня какой-то добрый клоун получается. Так, сейчас зажарится чуть-чуть, давай зубы ему сделаем. Это зубы. Рассекается только что-то. А может наоборот, надо было глазницы оставить? Давайте все зальем и оставим тут глазницы. Смотри, день. Вот, это похоже на правду. Один глаз. Второй глаз. У меня лапа стекает, потому что... Но он должен быть красный, а у меня смотри как. О! Денюш, смотри, у меня клоун почти готов. Ухо! Смотри, у мамы даже пульсирует паук. Чих-чих, смотри. Смотри, теперь я делаю ему полосочки. Включай пока. Не хочешь, он прям в глаза капнет? Клоун окровавился. Мам, включай пока, Дима. Не-не, подожди. Давай. Так. А нос чему не красный? Подожди, мне еще надо волосы ему сделать. Подожди, Дима. Так, смотри, смотрите. Как папа льет. А какой-то Микки Маус у папы. Это Пеннивайз, какой вам Микки Маус? Ну вот. А здесь что, у тебя дырки-то остались? А, в нос надо капнуть, да? А глаз что, один не закапнутый? Будет непонятно, что это глаз. Вот. Ну вот, нормально. Еее! Так, ну мамин блин готов, денег давай ты пока не, оценишь. Какой? Надо перевернуть его на другую сторону каким-то образом, я не знаю, получится. Аккуратненько. Это Пеннивайз паук, а это Пеннивайз в виде клоуна. У кого страшнее, день? У мамы. У мамы страшнее. Ты съешь этот блин, день? Нет. Нет? А кто, папа будет есть? Точно. Да. Проигравший ест блины. Они вполне себе нормальные, да? Блины. Тогда наоборот не ест. Наши блинчики готовы. Смотри, папа сделал Пеннивайз в виде клоуна, а мама в виде паука. Ну и что, у кого страшнее, у папы или у мамы? У папы. Ты уверен, что Пеннивайз клоун страшнее, чем этот мерзкий паук? Да, мерзкий паук. Мерзкий паук, паук страшнее? Страшнее? Да. Да? Ура! Ну значит, мама сегодня что? Мама сегодня wins, папа lose. Пеннивайз с лица клоуна действительно более приятный, поэтому дети не лично его обман. Ты меня боишься? Ну что, проигравший сегодня блины не ест, блины есть только победитель. Ну а на сегодня все. С вами был канал Baby Go. Не забывайте, что неделя челленджа продолжается. Ставьте нам пальчик вверх, подписывайтесь на канал, оставляйте свои самые лучшие комментарии. Не забывайте нажимать на колокольчик. Ну а мы с вами надолго прощаемся. До новых встреч, друзья. Пока! Пока!